Ну чё, всем привет, дорогие друзья, с вами Димоник. Так, сегодня будем поднимать бонусы на 1xbet. Ну что, погнали. Так, заходим в 1xbet. Деньги уже закинул. Так. Переключаем на... А, ну, потом будем переключать. Так, заходим в игру Red of Dog. Все, зашли туда. Меняем на бонусы и начинаем ставить. Вот видите, по 80. Повышаем. Видите, в таких случаях, когда коэффициент разница. Так, вот видите, от 7 до короля. Большая разница, можно повышать спокойно. Давайте повысим. Не повезло. Так, от 6 до... Вольта, ну, думаю, здесь повышать не стоит. Вот видите, да. Ну что ж, продолжаем. Вот. От 2 до вольта. Давайте повысим. Вот, все. Выиграли. Играем дальше. Возврат. 8,3. Ну, просто продолжаем. Сливаем. Вот так игра идет. Ох, сейчас бы кинг вышел бы. Коэффициент. Там сколько? 11. Возврат. Ну, можно повысить, конечно. Но нет, не повезло. Так. Ну, сейчас, конечно, повышать не надо. Нам нужна лишь восьмерка. Видите? С 7 до 9. Нам нужен промежуток. Это только 8. Мы проигрываем. Так, это возврат. Так, здесь 6 до туза нам нужно, чтобы попало. Здесь, конечно, повышаем. Попадает 6. Мы проигрываем, к сожалению. Так, 6 до 2. Ну, здесь коэффициент 3. Можно рискнуть. Повышаем. Да, мы выигрываем. 480, хорошо, погнали. 4 король, конечно же, повышаем и проигрываем. Нас контора не радует сегодня, что ли. Так, опять повышаем и выигрываем. Так, дамы 5 повышаем, выигрываем. Нам сейчас нужна либо дама, либо король. Продолжаем просто. И проигрываем, к сожалению. Так, дама и 6. Повышаем. Проигрываем, к сожалению. Так, дама 8. Можно рискнуть, повышаем. Даму выигрываем. 480, отлично. Король 7. Можно повысить. Проигрываем. Ну, неинтересно так. О, здесь я по-любому повышаем. И по-любому выигрываем. Ну, бывает, конечно, когда сливают, но все равно. Так, 4-8. Можно рискнуть. Ну, давайте просто продолжим. Да. Ну, уже понятно было. 9-3. Ну, просто продолжаем и проигрываем. 5-7 нам нужна шестерка. Ну, просто продолжаем и проигрываем. Ну, тут уже рисковать не стоит. Ну, иногда, конечно, ну, здесь повышаем и выигрываем. Как видите, еще раз повышаем и выигрываем. Отлично. Мы уже в плюсе. Ну, во-первых, идет отыгрыш, во-вторых, мы не в большом плюсе, но это же хорошо. Так. Нам нужно либо 8, 9, либо 10. Ну, можно рискнуть, повышаем. Да, мы выигрываем. Отлично, чё, ребята. Такс. 6 туз. Можно повысить и рискнуть. Будет хорошо. Да, мы еще раз выигрываем. Нам нужна лишь дама. Ну, здесь я бы, конечно, не рисковал, но просто продолжаем. Ну, бывает, иногда заходит, но всякое бывает.
Так, здесь нам нужно 8, 9, 10 валет. Просто, наверное, продолжим. Да, правильно поступили. А вот сейчас можно повысить. И то у нас сливой. Давайте по 160 поиграем, что. Так, ну, шестерка, ну, нет, конечно. Ну, повышаем. Да, отлично. 640. Так, 4-3. Возврат. Можно рискнуть, конечно. Ну, не знаю. Но это бонус. Можно рискнуть. Отлично. Так, возврат. Нам нужно либо 10, либо 9. Так, ну, давайте рискнем. Блин, ну почти рядом. Не повезло немного. Ну, сейчас 6 надо. Продолжаем. Ну, повышаем. Блин. Ну, пока мы при своем. Ух, еще бы король выпал. Коэффициент 11 залетел бы. Так, восьмерочка. Нет. Ну, пока мы в небольшом минусе, но это, как сказать, бонусы. Так что не страшно. Блин, сейчас бы троечку. Так, повышаем. Дама, отлично. Так, повышаем по-любому. И выиграем. Так, возврат. Ну, интересно, как бы. Ну, сейчас можем. Ну, я рискну. Блин, жалко. Что-то я не тупанул немного. Не надо было повышать. Ну, видите, его отыгрывается. Повышаем. Отлично. Ну, почти при своем. Так, сейчас. Ну, просто ставим. Хочется рискнуть, давайте. Да ну. По-любому повышаем. Так, шестерки нету. Ладно, продолжаем. Повышаем. Отлично. Мы в плюсе небольшом. Так, сейчас шестерка нужна. Видите, не дает. Пятерка. Нет, не дает. Шестерка. Ну, опять не дает. Возврат. Повышаем. Выигрываем. Отлично. Так, сейчас. Ну, опасно повышать. Давайте просто продолжим. Да, правильное решение. Сейчас можно рискнуть. Отлично. Ну, игра хорошая, видите, как она не сливает особо. Так, вот сейчас можно рискнуть, сейчас. Давайте повышаем. Блин, ну жалко. Так, ну, шестерка. Опа! Поймали. Неплохо. Как видите, иногда ловится. Так, давайте рискнем. Переборщил. Повышаем. Отлично. Так, ну просто продолжим. Тоже отлично. Ведь 4200 было, почти 5000. Я по-любому повышаем. И по-любому выигрываем. Так. Уже 5200. Опа. Вообще с ним по-любому. Блин, ну не дает так, конечно. Повысим. Отлично. Возврат.
Повысим. Отлично. Так, повысим. Блин, что-то некрасиво сейчас поступили. При таком случае и минус, минус. Так, повысим. Отлично. Возврат. Ну, и здесь можно быстро отыграть деньги просто. Вот и все. Так, рискнем повысить. Опа! Офигенно. Поймали. Спасибо. Так, по-любому повышаем. Отлично, еще раз. Вы что, ребята? Так, еще раз повышаем. Вообще. Так. Сейчас не будем рисковать. Как-то так. Опана. Давайте рискнем. Ну, зря, конечно. Опана. Опять минус. Ну, пока не рискуем. Так, нам нужно дама либо король. Давайте рискнем. Блин, жалко. Ну, иногда тоже не стоит заигрываться и рисковать. Так, нужна лишь дама. Давайте просто продолжаем. Четверки не было. Возврат. О, сейчас по-любому повышаем. Это лучший результат, наверное. Я промахнулся. Да уж, бывает такое. Тройка. Нет. Обидно. Так, девятка. Обидно. Возврат. Четыре либо пять. Давайте по восемь рискнем. Опа! Отлично. Так, рискнем. Я сказал, рискнем. А что мне здесь предлагают? Что-то зависло у нас, ребята. Опа. Там минус был. Что-то игра подвисла немного. Ну, давайте, что, ребята, будем заканчивать. Я вам показал. Так, вот, смотрите. Я отыграл 19 тысяч еще. Больше 100. Ну, я продолжу. Я знаю, как это делать. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Ставьте лайк. Всем пока.